Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лейсан Гаязова. Сегодня хочу вам показать уникальную квартиру. Она у нас находится на последнем, 15 этаже. Вообще, естественно, сверху будет абсолютная тишина. Имеет шикарную просто террасу. И сейчас я вас приглашаю на просмотр. Войдя в квартиру, мы с вами попадаем в хорошую прихожую зону. Здесь у нас очень просторно, есть шкафы в потолок с четырьмя дверцами, габаритные, хорошие. Домофон у нас в этом случае тоже присутствует. И сейчас мы с вами начнем осмотр нашей квартиры справа налево. Сначала осмотрим салон, совмещенный с кухней, и далее перейдем к осмотру спальных комнат. Кухонная зона, как вы видите, П-образной формы, вот такой вот большой, достаточно громоздкий, я бы сказала, остров у нас отделяет от зоны отдыха. Столешня в этом случае выполнена из мраморной крошки, очень все красиво, все чисто, я вам скажу. Есть у нас варочная поверхность и вытяжка, а также духовой шкаф. В этом случае у нас техника тоже остается, поэтому обратите внимание, холодильник фирмы Арчелик, а также посудомоечная машинка у нас в этом случае присутствует. Зона отдыха здесь очень комфортная, примерно около 16 квадратных метров. Здесь вот маленький диванчик угловой, он теряется. Окно, панорамное окно на южную сторону у нас присутствует. И там у нас французский балкон около 40 сантиметров шириной. У нас есть телевизор и кондиционер в зале. А теперь пойдемте смотреть балкон. Балкон у нас очень большой, он около 11 квадратных метров, уже застеклен, это тоже просто прекрасно. Отсюда открываются хорошие виды, также видно и наше море, горы тоже видно. Вообще, как бы я считаю, что очень хороший балкон в этом случае у нас имеется. Теперь я вас приглашаю пройти в одну из спальных комнат. Выход на этот балкон есть и из этой спальной комнаты. Первая спальная комната около 11,5 квадратных метров, имеет свою площадь. Здесь у нас уже установлена батарея отопления. Мы с вами перешли с балкона сюда. Это у нас южная сторона. На южной стороне находится тот самый балкон. Осмотрев салон, затем балкон и вот эту спальную комнату, первую спальную комнату, мы с вами вышли в коридор. Здесь у нас расположен гостевой санузел. Здесь у нас душевая зона имеется, есть подвесной унитаз и умывальник. Около 16 квадратных метров спальная комната родителей имеется в этом проекте. У нас здесь есть свой балкон, он сложной формы. Смотрит он на юго-восточную сторону, площадью около 3,5 квадратных метров. Здесь же у нас есть свой санузел. Здесь также, как и в предыдущем санузле, душевая зона имеется, есть подвесной унитаз и умывальник. Основное преимущество этого балкона в том, что здесь у нас есть котел. То есть эта квартира подготовлена для зимнего проживания. Кроме того, здесь же у нас находится стационарное место для установки стиральной машинки и стиральная машинка фирмы Арчелик в том числе. Ну что ж, друзья, вы думали, что мы осмотрели полностью квартиру? А нет. Сейчас мы с вами вышли на террасу.
она очень большая. Прекрасный вид на море открывается, на горы. Ее можно зонировать. Здесь у нас уже есть частично мебель. Вот этот вот хороший гарнитур, комплект. Качели. Можно качаться с видом на горы или на море, на ваше усмотрение. А теперь давайте подведем итог нашего просмотра. Квартира планировки 2 плюс 1 находится на последнем этаже с шикарной просто террасой, частично меблированная. Также прошу обратить внимание, те коробки, которые у нас стояли в спальных комнатах, это кровати, они еще даже не собраны, но они есть, они уже здесь. Они тоже входят в стоимость. Поэтому я считаю, что это предложение уникальное. Сверху никто топтаться не будет. Виды просто шикарные. Площади большие. И все это в одной цене. Что касается самого комплекса. В комплексе у нас есть взрослый детский бассейн. Есть небольшая детская площадка. Парковочные места. Генератор у нас имеется. Расположение этого комплекса. До моря здесь порядка 450 метров. До ближайшего магазина около 150 метров, так же, как и до остановки общественного транспорта. До рынка по субботам порядка 200 метров. Поэтому я считаю, что в этом плане у нас все достаточно удачно сложено. И те, кто заинтересовался нашим сегодняшним предложением, обращайтесь к нам. Ждем ваших комментариев, отзывов. Техническая информация по этой квартире будет представлена в инфобоксе под видео, так же, как и цена. На этом я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч!